Глава городского округа Люберцы Владимир Волков провел еженедельное оперативное совещание. Об итогах проделанной работы отчитались руководители силовых ведомств и структурных подразделений. Подробности далее. Коллеги, доброе утро. Начинаем наше совещание. Вопрос, который мы сегодня обсудим, доклад от Константина Михайловича, капитальный ремонт наших сетей, подготовка города к зиме, как идет работа, на каком этапе находимся. На сегодняшний день уже 98,9% МКД подготовлены к зиме. ВНС, ВЗУ, КНС и сети водоснабжения на 100% прохождения зимы, к зиме готовы. Из 82 котельных 98,8% готовы. На последней котельной завершаются пусконаладочные работы. Сети водоотведения и теплоснабжения готовы, соответственно, 97% и 95%. Установленный губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым срок 15 сентября, мы укладываемся без замечаний. Следующий доклад о уличной дорожной сети, развитии дорожной инфраструктуры. Иван Алексеевич, пожалуйста. В 2025 году будет построен новый разноуровневый надземный пешеходный переход между улицами 1 Первомайская и Новый проспект в поселке Малаховка. В рамках государственной программы Московской области развития и функционирования дорожно-транспортного комплекса на 2017-2026 года дирекция дорожного строительства приступила к возведению разноуровневого пешеходного перехода в районе дома 10 по улице КСЗ. В рамках государственной программы Российской Федерации развития транспортной системы на территории городского округа Люберцы ФКУ «Центр автомагистраль» ведется строительство разноуровневого надземного пешеходного перехода в районе улицы Старый Двор в поселке Октябрьский. По информации, полученной от заказчика реконструкции, завершить работы по строительству нового перехода планируется до запуска движения по новой объездной дороге до октября текущего года. Состоялось совещание с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, на котором было подтверждено, что ранее демонтированный путепровод над автомобильной дорогой М5 «Урал» на Латкаринском шоссе будет восстановлен. Строительство нового путепровода улучшит транспортную доступность, а также избавит водителей от необходимости делать перепробег в 6 километров. Время в пути сократится на 15-20 минут. Поступает очень большое количество сообщений от наших жителей в соцсетях по запахам в воздухе. Поэтому Ирина Валерьевна Курчигина, также прошу доложить о причинах и что предпринимаем для того, чтобы эти запахи сократить. С конца августа, согласно данным Росгидромет, на территории Подмосковья городского округа Люберцы объявлены НМО неблагоприятные метеоусловия для рассеивания загрязняющих веществ. Это означает, что во время штиля или безветрия все выбросы, разносимые ветром, прибиваются к земле, скапливаются в приземном слое воздуха. Запах усиливается и температурными качелями, во время которых низкие температуры ночью и высокие днем. Концентрация выбросов от предприятий в такие дни становится причиной появления химического или загазованного запаха. Поэтому в такие периоды необходимо кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. У каждого предприятия есть план мероприятий по снижению выбросов, период НМО. К сожалению, не все предприятия придерживаются данного правила, в результате чего наблюдаются неприятные запахи на территории нашего округа и большое количество жалоб от жителей. По повестке все вопросы, коллеги. Нет других дополнений? Если нет, будем заканчивать. Всем хорошей рабочей недели.